Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали, и сегодня у нас очередная покупочка араба, обновленного араба, точнее сказать. Вот, сегодня буду покупать уже, получается, шестого араба, да, это будет шестой араб, потому что у меня уже есть вот эти четыре красавца, которые стоят вот здесь, по бокам. У меня есть вороной араб из Форт Пинта, и как же классно он смотрится вот в этом радужном комплекте. У меня, по-моему, уже три араба стоят в радужном комплекте. Но сегодня мы будем покупать шестого араба. И, ребята, даже я думать не буду. Я вначале бы, может быть, и подумала, кого из них брать. И да, кстати, если на фоне будете слышать какое-то шуршание, не удивляйтесь, очень жарко. Я сижу с мини-вентилятором, иначе я просто задохнусь, и мне будет очень плохо. Да. Хотя, в принципе, я бы, может быть, сегодня и купила бы вот этого красавца. Но нет. Сегодня время вот этих гнедых мастей, поэтому сегодня мы покупаем вот эту арабского коня, это будет жеребец у нас. Так, и давайте будем его покупать. Как, это будет жеребец, я думаю назвать его, наверное, сейчас так подумала, на букву Б. И тут есть такой буйный, а у меня буйный есть, интересно, нет? Ну, давайте буйный. А, точно, кстати, я видела, что можно... можно давать имя теперь только с одной... с одного слова. И давайте мы сейчас это проверим. Может быть, я тогда не буйный назвать, хотя, в принципе, буйный. Бархат, нет, блестящее, бледное. А вот тут, почему тут нельзя пустоту оставить? Я бы, может быть, здесь оставил бы пустоту, а тут бы, ну, другое бы что-то поставила. Ну-ка, давайте проверим. Так. Пламенный, буйный. А давайте действительно просто его попробуем назвать буйный. Что же будет? Может быть, тут все-таки какое-то имя и прописано. Но, по крайней мере, тут пусто. Пустота здесь. Ну что, давайте будем покупать араба по имени Буйный. Та-дам! Как же я обожаю радоваться при покупке лошади. Тем более, в последнее время по поводу покупки араба. Да, и у меня осталось, получается, один некупленный араб. И я надеюсь, что все-таки в будущем я дождусь гречку, араба в гречку. И араба, который больше похож на Пинтабиана, но все говорят, что это NPC-шка чья-то будет. И я, если честно, не хочу, чтобы это была чья-то NPC-шка. Я бы хотела этого араба к себе в конюшню. А может быть, это, кстати, моделька араба, но а-ля будущий Пинтабиан? Кто знает? О, боже мой, жарко, сил нет, не могу. Итак, все, он стоит на своем законном родном месте. Мы же сейчас снимаем подковы, чтобы их не потерять. Да, я психанула, кстати, я продала абсолютно все нулевые подковы у всех своих лошадей, оставив только три вида подков у меня есть, но вот хорошую характеристику ношу с собой всегда. Действительно, ребята, все, лошадей можно называть одним именем. Так что вся конюшня у меня переполнена двойными именами, и первый конь, который просто назван одним именем, Буйный. Это классно. Это прям очень классно. Ну что, красавчик, давай мы на тебя сядем. Ой. Я хочу сказать сразу, что этот гнедой красавец будет первым. Первым у меня арабом третьего поколения, у которого будут шишки. Просто хочу безумно сделать ему шишки. Да, и, кстати, у меня же еще есть араб второго поколения шоколадный. Так, а как бы мне одеться? У меня в реальности безумно жарко, поэтому я и не хочу, если честно, переодеваться. Мне и так хорошо, потому что... О! Ну нет, я бы шортики, наверное, одела. Покупочка будет достаточно быстрой, я думаю, вы не против. Кто же против?
давай вот так вот. Мне слишком жарко, я хочу вот так вот. И кроссовки давай другие оденем. И мы оденем вот такие кедики. Допустим, что это кедики. Так, ну, перчатки еще поменяем. Где-то здесь они у нас. Ну, вот эти вот. Ну и все, в принципе, нормально. Что по амуниции? У меня есть какие-нибудь готовые комплекты, которые я могу одеть специально на тебя. Так, а что я... Так, свет. Свет не так падает. А, нет, не хочу. Может быть... Ха. Вполне возможно. Ну-кась. Нет. А если тебя... Да, одевайся, давай. Не хочет одеваться. Оу! А вот это уже, да, это что-то. А у меня нету шорт каких-нибудь такого же цвета. О! Сойдет. Нормально. Подойдет. Так, что у нас еще? Сумка, наверное. А у меня есть какой-нибудь питомец тебе подстать? Песик? Нет, не песик. Ослик? Нет, не ослик. Паучка? Не-не-не, паучок это не тебе. Кого бы не тебе одеть-то? Может, кролика? Не знаю. А, ладно, с питомцем пока подожду. Видимо, не дано ему быть с питомцем. Нагавки. Ему нужны нагавки. О, идеально. Так, ну и, конечно же, мы одеваем подковки. Может быть, тебе вот эти нагавки одеть? Нет, знаете, вот эти нагавки мне как-то больше нравятся. Итак, все, наш конь готов. Буйный первый уровень. Ой, слушайте, какой он классный! Блаженство, ребята! Так, теперь мы едем делать причесочку. Вот, казалось бы, собрала я вот эти бутылки, вот эти отходы, 66 штук. Итак, вот мы и приехали делать причесочку. Да, только я почему-то лагаю, не знаю почему, страшно, боюсь. Да давай, тут чуть-чуть осталось, ну... Что такое? Я не понимаю, кстати. У меня начало вылетать Red Dead. У меня начало зависать SSO, вылетать SSO. Причем без ошибок. Просто закрывается и все, игрушка предварительно зависла. Итак, что там? Корешечка. О, я уж думала, что не так-то. Корешечку-то где? Так, корешечка. Шишечки. А что это шишечки у тебя такие бледные? Или я чего-то не понимаю в этой жизни. Так, давай вот так вот. Длинная и густая длинная. Ну, слушай, я думала, у него шишечки черные прям. Ну, враные прям будут. Темные-темные, как вот мосечка. Ну, как вот эта грива, но... Как-то высветляется сильным, нет? Мне это не нравится. Если бы шишечки были прям черные-черные, я бы прям не сомневался. Ну, ладно, я планировала, что у тебя будут шишки, пусть они у тебя и будут. Все, мы купили нашему арабу буйному. Мы буйному купили шишки. Нет, знаете, нормально. Они, конечно, светлее, чем я планировала. И, кстати, хвост, по-моему, тоже. Или нет, или хвост не изменился. Но я знаю, что текстурка хвоста у арабов не меняется. Я про тон, про цвет говорю. Ну, слушайте, мне очень нравится. А что-нибудь в магазине есть для тебя? Нет. Ничего подходящего для тебя здесь нет. Ну, да. Ну, в принципе, что подходящего у меня и так уже достаточно много. Всякой амуниции, комплектов и вот... Кстати, хорошо смотришься, прям замечательно. Ребята, красота-то какая! Я, кстати, думаю, что потом, когда Star Stable выйдет на телефоне, Star Stable Mobile, вот, я просто, я зависну в ССО. Я не знаю, что я буду делать в ССО, но я буду заходить с телефона играть. И, кстати, было бы интересно проверить, как можно проводить тренировки с телефона. Ну, к сожалению, пока этого еще мы не скоро увидим. Так что, вот, с покупочкой меня
очередного араба. Их осталось немного. Двое, еще даже неизвестно, выйдет ли двое или выйдет ли только один. Вот. И, кстати, пишите в комментариях. У меня есть идея сделать покупку... Видео пока по покупке трех лошадей разом. Но суть в том, что эти лошади будут одной и той же масти. Скажите, вам будет интересно посмотреть такую покупочку сразу трех разных пород одинаковой масти? Или же все-таки продолжать, к примеру, снимать, где покупки чисто по одной лошади? Даже если, я не знаю, это будет шестая лошадь, вот как этот араб из данной породы. Вот, так что пишите обязательно комментарии. Без комментариев я не смогу понять ваше мнение, что интересно, поддержите ли вы эту идею или все-таки нет. Вот, в общем, мне нужна обратная связь, и я буду рада почитать ваши комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Ой, и хорошего вам не самого жаркого дня.